Всем привет, друзья! Сегодня с вами вновь Fast Food, и мы на проекте Break Advice. Это базовый курс. Итак, друзья, продолжаем развивать топ-рок, и сегодня у нас элемент под названием Indian Step. Посмотрите, как он выглядит. Kick, step, kick, step, kick, step, kick, step. Окей, для того, чтобы научиться делать Indian Step, не нужно много мозгов, нужно просто сделать кик на место и перепрыгнуть через ногу. Еще раз, сделать кик, поставить ее на место и перепрыгнуть через ногу. Единственное, что могу дополнить, это разворачивайте свой таз как можно дальше. Бум. В ту сторону точно так же. И раз, два, три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Еще раз, а теперь дополнение рук, потому что если вы будете делать так, то движение теряет красоту. Есть степ, но нету движения руками, нужно работать руками обязательно. И раз, и два, и три, и четыре,